Всем привет, друзья! С вами Катя. Мы продолжаем наш челлендж «Психушка» The Sims 4. Всем приятного аппетита, приятного напитка питья, будем так говорить. И приятного, конечно же, просмотра. Так, Максим у нас на работе. Так, наши психи тут тоже чем-то занимаются. Так как Максим на работе, давайте поперематываем. Будем перематывать. Так, а какие у нас тоже что-то выделывается? Так, она у нас читает. Екатерина у нас читает. Так. Угу, все моет. Помыли. Так, что у нас тут? Творческий кризис. Максим никак не может закончить новый рассказ. Он замечает, что коллега оставил свою рукопись в офисе. Позаимствует ли он идеи или просто публикует то, что написал сам? Не надо, надо быть честным. Не надо, потому что плагиате нас обвинят. Не, коллега не коллега же получает повышение за то, что оказалась многообещающая книга. А если бы... Короче, надо было, это, списывать. Что я подумала, что в плагиате потом обвинят. Как бы этого не хотелось. Поэтому... Поэтому и посчитала, что лучше не стоит. Ладно. Что у нас тут интересного еще? Так, нейтральный у нас. Хоть бы кто-нибудь пожар, блин, устроил, что ли. Команда по американскому футболу отмечает день в Портленде. Покажите. Жите свои атлетические таланты на соревновании по футболу или хорошенько ослабьтесь и выпейте смузи из сувенирной лавки. Ему что, помыться тяжело. Ходит, блин, воняет. О, все, молодец. Ну, они хоть ходят, моются. И то хорошо. В принципе-то, для неуправляемых персонажей. Более еще это, даже смерти у нас никаких не было. Что удивительно. Идет, если бы я им... Василий. Сюда построила. Смерти были бы или нет? О, бодрость. Так, его спать надо. Отправить. А так вообще, смотрите. Так-то вообще хорошо. Что удивительно, пожары были, но смертей вообще не было. О. Так, это что у нас? Так. Дискомфорт. Так. Насморк, болезнь. Максим чувствует, что что-то устроил вечеринку в голове и намеренно хорошенько все раз. Разгромить. Так. По-хорошему было бы... Внести залог. Звонок. Джоу из местной банды загромил в тюрьму. Дуня может внести залог или скинуть миллионы, если его никто заставлял попадаться. А давайте занесем. Так. Что у нас тут? День был электричества опять. А, день без электричества подошел к концу. Благодарю за ваш вклад. Пожалуйста, сходуйте электричество экономно. На цель. Железнодорожный вокзал. Надеюсь, у тебя найти у кого, к
Короче, известную актрису не останавливаться не стоит. Там камеры, все такое. Так, возобновить. Так, возобновить. Так, что за денек Максим возвращается с работы? Заработал 487 миллионов. Не теряя деньги, которые были отложены на новый кастет, на новый кастет размера Excel. Но зарабатывает вечно преданность жулика. А на такой ценник не навесишь. Вот продуктивности малый. Трудные цели, большие последствия. Может, Екатерина найдет цели, которые не привлекают столько внимания от прохожих. Ну, все, красота. Все, а теперь давай спать. Спать! Все. Все. Так, начинаем дальше перематывать. Совсем скоро Максим будет отмечать день рождения. Жаль, как говорится, перематывать. О, Володя у нас читает. Так. Так, все, Максимка у нас спит. Продолжаем перематывать. Володя у нас книжки решил почитать. Так, Соня тоже скоро будет отмечать день рождения. Соня хочет отпраздновать день рождения, строив потрясающую вечеринку. Ну, извините, я не могу вам вечеринки устраивать. Максиму можно будет... Лоза хочет праздновать день рождения, устроив потрясающую вечеринку. А у Макса когда день рождения? Так, управление клавиатурой. Ой, не этот. Мне. Все, заменяем. Нет, мне сломали мне компьютер. Так. 91. Так, когда у нас тут? Так. Где у нас тут это? Навыки, отношения багажа. Так, вот. Вай. Лиг. Так. Черты характера. Болезнь огня у нас, чистюля, мысль чуковатый, рубежи, посмотрим рубежей. Так, самопознание, стоится на работу. Так, предпочтение, образ жизни. О, мне кажется, ли он попарился в воду. Тайная репутация, приметный новичок. Городской комплекс мир. Так, ладно. И когда? День взросления 2. 2 дня для взросления. У нас 2 дня до взросления. Пожар! Ой, ой-ой. Так, давай. Тушим. Ой, Лолоджо горит. Тушить Лолоджо. Тушим Лолоджо. Эй, никто не хочет Лолоджо тушить. Давай,
Давай, туши, говорю. Говорю, туши, Лоло Джо. Тушить. Туши его. Туши эти... Капец. У нас Лоло Джо умер. Тушить. Капец. У нас умер Лоло Джо. Его не успели потушить. Лоло Джо Шугерта умер при пожаре. Все понятно. А это тушить кто будет? А это тушить я не поняла, кто будет. А смерть где? А ты чё это? Не забираешь душу, Лоло Джо. Бедный Лоло Джо. Тушим! Тушить, я сказала! Какой маршрут, безопасное место? У вас сейчас дом весь сгорит нафиг. Иди! Иди, туши пожар! Иди, говорю, туши пожар! Псс, блин! Ты пожар будешь тушить или нет? Тушить. Этот тоже стоит. Давай, туши. Ой, беспредельщики. Беспредельщики. Вот реально беспредельщики. Так, что у нас тут? Давай, давай, туши, говорю. Ой, тушить. Ты куда, блин, убежал? Тушить. Лоджо, лоджо, лоджо. Так, ну давайте похороним нашего лоджо. Все, покойся с миром, Лоло Джо. Тушить, я сказала. Ты, блин, можешь тушить его или нет? Ну, смерть у нас решила почитать книжку. Покойся с миром, Лоло Джо. Ладно. Все? Я могу отправить его сходить. Давай, иди. Потом сразу сюда. Так. Бесплатная еда и напитки. Не знаю, местных заведений, хоть бы знать покупальника. Предлагаю бесплатную еду и напитки. О, что, можно съездить, да? Так, сегодня у нас что? Так, уже. Так, 13:00. Ну да. Можно было, конечно, съездить. Блин. Заменить. О, пожар, заменить. А ты что, в туалет не пошел? Так, все.
Сходить. Да, у нас же Лолоджи умер, надо эту убрать ему. Ладно, друзья, такая у нас получилась серия со смертью. Вот, дальше уже продолжим в следующей серии. На этом было все. Всем спасибо за просмотр. С вами была Катя. Всем пока-пока.